16 марта 2016 года, провинция Санта-Крус, Боливия. Вчера я доехал из деревни Тараторо в город Кочабамба, из Кочабамбы уехал на автобусе в Санта-Крус. 15 часов продолжалась поездка, весь вечер и всю ночь. Вот сегодня утром я достиг Санта-Круза, и дальше я держу путь в сторону русской деревни, в сторону деревни Табороче, где живут русские староверы, живут уже как минимум лет 50. А сколько точно, я не знаю, нужно будет у них спросить. До деревни Чана от Санта-Круза я доехал на различных видах транспорта, а вот сейчас от деревни Чана я иду пешком по разным источникам до деревни Табороче, то ли 14, то ли 17, то ли 6 километров. Ну, прошел я пока еще совсем немного, посмотрим, сколько будет в реальности. Тут очень жарко. Это такая провинция Санта-Крус в Боливии, где всегда очень жарко. Как рыба называется? Сапату зовут. Сапату это? Да, абу так. Это в России такую рыбу бычок называют. Похоже. Самая большая рыба, которая здесь попадалась тебе? На удочке пако. На удочку? Да. И сколько весила? 3-4 кило. 3 килограмма? Да. А на леску ее вытаскиваешь? На удочке? Да. Леска. Сегодня в русской староверческой деревне меня накормили таким обедом, который я вообще никогда в путешествии еще не ел. Просто потому, что местные народы, кроме русских, никто не умеет так готовить. Борщ с фасолью, рис, кукуруза. Все как на родине здесь, в русской деревне. И еще тут едят сахарный тростник. Для этого его очищают вот таким вот ножом. Большим тесаком. Сейчас Тарас покажет нам, как срубать сахарный тростник. И потом можно есть. Пока в древесине есть сок, она разжевывается, а потом выплевывается, когда сока уже нет. Кроме кокосов и авокадо, здесь еще в русской деревне Боливии растет маниока. Вот до таких размеров вырастает, и говорят, что еще даже и больше бывает. Вот она какая. Вот тоже маниока. Еще здесь есть папайя. Очень сладкая.
Папайя. А вот это дерево, как рассказывают, его называют, тека называется, да? Тека. Его, когда высушивают, очень хорошо идет на изготовление деталей для кораблей. Потому что оно становится сухое, легкое. И здесь очень ценится. Продолжаем есть фрукты в русской колонии в Боливии. И вот сегодня мы ели джекфрут. Все, что от него осталось, все, что осталось от двух. И тут есть мандарины, но они еще зеленые. Вот мандарины растут. В Боливии есть свои собственные озера и пруды на территории колонии, где они разводят и вылавливают рыбу, разводят и русские, потому что это их земля, вылавливают и русские, боливийцы, а разделывают здесь в цеху только боливийцы. Здесь русские нанимают работников, которые разделывают рыбу. И вот сегодня мы застали грузовик, этот джип, который привез рыбу свежую. И Тарас попросил водителя, чтобы он нас возил на место, где эту рыбу вылавливают. Как я уже рассказывал, эти озера принадлежат русской колонии. Степану Ануфриеву тоже принадлежит. Два Степана. Степан Ануфриев и Степан Мурычевы. Русские старобрядцы, владельцы этих озер, этой рыбы. Вот они, русские и боливийцы, эту рыбу ловят. И боливийцы вот там, как мы видели, ее разделывают. И продают. Мы тоже поучаствовали в потрошении рыбы. А вот сейчас мы едем на эти озера. Тарас говорит, ехать далеко еще. И вот до самого горизонта, вот все эти земли, вся эта дорога, все это русская земля, это Русь. Только что далеко от основной части России, далеко от великой матушки России. И посмотрите, как красиво. Вот это все тоже все русская земля. Не боливийская, не перуанская, не бразильская. Вот здесь вот живут русские люди. Это их владение. Они вначале высушивают и рыбу, что ли, собирают? Вот, интересная особенность местного лова обнаруживается. Вот справа от нас это озеро с водой еще, а вот слева от нас озеро без воды. То есть получается, чтобы рыбу достать, нужно высушить сначала озеро. Да. А потом ее как собирают? Руками? Сетью. А, сетью также, только по суше. Вот, как я уже говорил, чтобы добыть всю рыбу из озера, вначале часть озера высушивают, оставляют клочок только воды такой, и вот этой вот сетью достают рыбу из того клочка воды, который оставили. А потом уже грузят рыбу в машину и везут в рыбный цех, где ее разделывают. Это я уже показывал. У русских в Боливии очень много промыслов, поэтому не всегда они могут поучаствовать во всех, в делах всех своих владений, скажем так.
Русские не просто здесь хозяева только, которые нанимают рабочих, и рабочие им все делают. Русские сами трудятся на своей земле, но не всегда хватает времени. И вот здесь сегодня боливийские работники, наемные, вот практика такая существует. А вот здесь рядом с прудами построен специальный навес, вот тут есть крыша. Ее построили здесь для того, чтобы сложить тут корм. Этим кормом питается рыба в прудах, которую здесь вылавливают. И корм называется пороро. Это на самом деле такой попкорн из смеси кукурузы, сои и всяких зерен. Ее нагревают до вот такого состояния, пока она становится как попкорн. Потом это уже готовая еда для рыб получается. Вот здесь мешки с этой соей здесь лежат. И сколько раз в день кормят примерно рыбу? Три раза или два раза. Два или три раза в день вот кормят рыбу. Ты идешь кормить, Тарас? Вот сейчас пойдем посмотрим, как это происходит, когда кормят рыбу. Русские люди, когда разыскивали себе место для жизни, как будто руководствовались идеей поиска такого места, которое было бы похоже на родину. Но столба этого, конечно, здесь еще не было. Это они уже сами поставили, и он дополнил этот пейзаж русский. Правда это или нет, то, что они руководствовались такой идеей поиска места, похожего на родину? Конечно же нет. Русские расселились в Южной Америке не только в этом месте, но также в Боливии, в Аргентине, во многих местах, и они наверняка не похожи на это. Но то, что наверняка является правдой, здесь живут настоящие русские люди. И 16 марта, когда я зашел в эту русскую деревню в Боливии, я был поражен той красотой и чистотой русского языка, которая здесь сохранилась в полной мере. Нет, это не говор столиц, не московский, не петербургский. Здесь разговаривают скорее так, как разговаривают в деревнях Вологодской и Архангельской губернии, в губерниях русского севера. А то, как женщины здесь по вечерам и по утрам зазывают коров, отбившихся от стада, это просто песня. Такого клича мелодичного и звонкого я никогда не слышал. Возможно, он раньше звучал в русских деревнях, возможно, сейчас в дальних уголках России тоже можно услышать еще. Когда я зашел в первый дом, когда я заходил вообще в эту деревню, я зашел в первый, самый ближний к дороге дом, и на крыльце были две женщины, лет 50, может старше. Я сказал им, что путешествую по России, вернее, путешествую по Южной Америке сейчас, и решил заглянуть в русскую деревню, где живут русские в Боливии. Они мне ответили, что они не могут со мной разговаривать, потому что в доме нет мужчин. И девушка, которая вот-вот собиралась выйти за порог этого дома, к которому я подошел, завидев меня, она сразу убежала обратно. Религиозность, скромность, приверженность традициям в этой деревне, она, конечно, поражает. Так же, как поражает обилие многих старинных слов или употребление слов на такой манер, как в России уже не говорят. Например, вместо того, чтобы сказать «есть», здесь говорят «исть» и много других диковинных слов, которые, тем не менее, наши родные русские тоже слова. Очень интересно разговаривать с этими людьми. Еще одна особенность, о которой я уже упоминал вчера, во время своего видео возле мандаринового дерева. Люди здесь не очень-то желают, чтобы их фотографировали и снимали на видео. Здесь уже приезжали прежде до меня другие путешественники. Здесь приезжали всевозможные репортеры, различные люди. И они снимали здесь местных жителей. И они, как сами говорят, не очень это любят. Вчера, когда я увидел, как женщина одна доит коров, я спросил, можно ли посмотреть на этот процесс. Здесь доят коров вручную, без специальных машин.
Она сразу ответила, что да, можно, но только ни в коем случае не снимай. Не хочу, чтобы нас потом как дураков показывали на всю Россию, так она сказала. Мне было бы интересно сфотографировать этих местных жителей этой деревни. Они ходят здесь все в очень красивой одежде. Может быть, она не в точности повторяет ту одежду, которая была свойственна для русских крестьян в 19-м, в начале 20 века. Может быть, уже другие орнаменты, другие цвета. Но от нее исходит такая традиционность. Это одежда, длинные платья у женщин, рубахи у мужиков. Все это здесь есть. Мне бы хотелось сфотографировать этих людей, заснять видео с ними. Но они не хотят сниматься. И я не буду делать это скрытно, не буду слишком стараться их сфотографировать, потому что в конечном итоге я не собираюсь делать из этого своего путешествия какую-то сенсацию. Я не репортер, я не работаю на какого-то начальника. Мне не нужно для гонорара стараться здесь что-то сделать какую-то сенсацию. Я просто пришел к этим людям как путешественник, как этнограф, как этнограф-исследователь в какой-то мере. И я рад тому гостеприимству, которое мне здесь оказано, потому что 5 дней я уже здесь живу, меня сразу пригласили в дом. Сказали, можешь ночевать в доме, никакой палатки тебе здесь не нужно. Здесь очень вкусно кормят, очень большие блюда и на обед, и на ужин, и на завтрак. Вчера, например, на ужин было очень много рыбы, риса, овощей и целый кувшин манго. Манговых деревьев здесь столько. Все засажено, все дворы засажены манговыми деревьями. По крайней мере, тот двор, двор того дома, в котором я живу. И манго, у него появляются плоды раз в год. И в этот сезон манго примерно в декабре начинается, как мне рассказали. И все манго не удается съесть людям. Много манго лежит на земле. И говорят, что их столько, что они как листья просто лежат, их никто уже не хочет есть. Но вот я вчера пил манговый сок, мне целый кувшин поставили со льдом, холодный манговый сок, потому что часть манго они замораживают в холодильнике. И, кстати, холодильник здесь называют «желадера», на испанский манер «эладера». Я уже сказал, что здесь много русских диковинных слов, которые мы уже будем считать древними. Но также здесь много интересных слов, которые не используют испанские слова на русский манер. Например, «акаргар» – «заряжать» – испанское слово. «Заряжать телефон» – они называют это словом «каргать». Хочешь закаргать свой телефон – будешь карговать. Примерно так это здесь. Сегодня воскресенье, и в русской деревне Табороче никто не работает. Может быть, мне сегодня удастся еще заснять видео с кем-нибудь. Кстати, не все здесь отказываются сниматься на видео. Например, Тарас, местный тоже парень, он охотно участвует и в фотографиях, и в видеосъемках, показывает места здесь, технологии сельского хозяйства, показывает, как ловить рыбу. На личном примере сам вчера вот ползал по дну с очком и поймал очень двух крупных рыб, которых мы потом вечером ели. Он не ел, только я ел, потому что сейчас меня угощают тут и яйцами, и рыбой, а у них сейчас здесь Великий пост, и они рыбу не едят, русские староверы. Вот так вот я вкратце рассказал. Сегодня воскресенье, все отдыхают. Я один сюда вышел в поле, чтобы рассказать об этом. Очень здесь интересно. Это совсем не туристическое место, традиционная деревня русская. И я чувствую себя здесь просто как на родине. Русский дух здесь просто прекрасно, замечательно. Какими это еще словами можно передать, я не знаю. Не знаю. Ну что же, до новых встреч. С вами был Артём. Утро 21 марта 2016. Вот грунтовый
дороге. Уезжаю из деревни Товорочи.